Зачистка коррупционеров в России продолжается и только набирает обороты. Так, на этой неделе гособвинение запросило 9,5 лет колонии строгого режима экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Дмитрию Василиаде. Помимо реального срока, коррупционеру грозит штраф в размере 20 миллионов рублей и запрет на занимание должностей в госорганах. По данным следствия, чиновник получал взятки в особо крупном размере за покровительство и помощь при исполнении госконтрактов по ремонту автомобильных дорог. Пришли хорошие новости из Свердловской области, где были арестованы замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и бывший депутат ЗАГС Собрания от ЛДПР Павел Мякишев по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На текущий момент проводятся обыски и выявляются все причастные лица к преступной схеме. Также продолжается зачистка в Министерстве обороны. Суд вынес обвинительный приговор группе лиц за хищение при исполнении госконтракта суммы свыше 350 миллионов рублей. Исполнительному директору мошеннической компании Григорию Нагорному дали 10 лет лишения свободы. Начальнику одного из филиалов Главного военного строительного управления по специальным объектам Дмитрию Шеменкову дали 8 лет лишения свободы. В России вектор на зачистку оборотней только усиливается. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения от граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.